Пневматический шиповальный пистолет ПШ-12М – приспособление, разработанное для дошиповки зимних шин, позволяющее продлить срок их эксплуатации. ПШ-12М предназначен для установки ремонтных шипов диаметром основного фланца 12 мм в изношенные посадочные отверстия для шипов шин легковых автомобилей. Пистолет позволяет использовать шипы высотой от 7 до 10 мм. Для его работы необходимо только подключение к источнику питания сжатым воздухом, обеспечивающему номинальное давление от 6 до 8 атмосфер. Особенностью данной модели пистолета является литой корпус, выполненный из легкого алюминиевого сплава, отличающийся эргономичностью и удобством в эксплуатации. Пневматический шиповальный пистолет ПШ-12М полностью произведен на оборудовании предприятия Сибэк. Цикл производства шиповального пистолета включает в себя более 100 операций. Например, для изготовления шиповальной головки необходимо выполнить 10 видов различных операций – подготовительных, токарных, фрезерных, химического оксидирования и слесарной обработки. Если просуммировать время, затраченное на изготовление всех деталей и узлов, не считая настройки оборудования, то оно займет более чем 12 часов. На предприятии Сибэк используются современные технологии полимерной покраски металлических поверхностей. На поверхность рукоятки корпуса шиповального пистолета нанесено качественное износостойкое защитно-декоративное покрытие, защищающее его от коррозии во время хранения и эксплуатации. Все детали и узлы шиповального пистолета проходят многократный контроль качества на всех этапах изготовления и сборки. Здесь инженер ОТК производит входной контроль и проверяет твердость усов. Особое внимание уделяется узлам, испытывающим силовые нагрузки. Корпус пистолета проверяется на испытательном стенде повышенным давлением. Качество и безопасность продукции предприятия Сибэк подтверждены сертификатом соответствия. Если изделие подтверждает свои заявленные характеристики в соответствии со стандартами качества, оно признается годным к эксплуатации. Инженер ОТК наклеивает этикетку с присвоением серийного номера изделия и производит упаковку пистолета. Пистолет устроен следующим образом. В рукоятке корпуса установлен быстроразъемный штуцер для подачи питания от пневмосети, который соединен с пневмораспределителем. При нажатии на кнопку пневмораспределителя происходит перемещение штока, который открывает подачу воздуха в подпоршневую полость. Избыточным давлением поршень перемещает шток, который выталкивает шип по каналу шиповальной головки. Шип, в свою очередь, передает движение усам, которые увеличивают размер посадочного отверстия, в результате чего шип оказывается внутри отверстия в протекторе шины. Подготовка автомобильной шины к ошиповке осуществляется следующим образом. Разместите подготовленную к ошиповке шину на опорный грибок шиповальной тумбы или на другое приспособление, обеспечивающее ее надежную фиксацию. Удалите из отверстий сломанные и изношенные шипы, а отверстия, в которых отсутствуют шипы, очистите от посторонних загрязнений с помощью плоской отвертки и продуйте сжатым воздухом. Используйте для этого продувочный пневмопистолет. При работе не забывайте надевать очки для защиты органов зрения от механических повреждений. В зависимости от износа протектора шины, используйте ремонтные шипы, высота корпуса которых будет соответствовать остаточной глубине отверстия. В случае выбора ремонтного шипа недостаточной высоты, шина может потерять часть своих фрикционных свойств из-за отсутствия зацепления, так как шипы будут излишне углублены. Если же высота шипов будет избыточной, это приведет к их повышенному износу. Ошиповка. Смочите участок, предназначенный для ошиповки, раствором, содержащим поверхностно-активное вещество. Загрузите шип в шиповальную головку. Вставьте усики шиповальной головки в отверстие и нажатием кнопки на рукоятке пистолета произведите установку шипа. Ремонтный шип должен быть правильно установлен.
Не допускается излишнее заглубление, а также перекос. Торец шипа должен быть установлен за подлицо с беговой поверхностью шины, а конец твердосплавного сердечника выступать над ней. Рассмотрим типичные ошибки слесаря при ошиповке шины ремонтными шипами. В данном случае шип излишне заглублен, шина теряет часть своих фрикционных свойств. Шип установлен высоко, при эксплуатации данной шины будет происходить повышенный износ твердосплавного сердечника, возможно также выпадение шипов. Шип установлен с перекосом, будут иметь место потеря фрикционных свойств шины и неравномерный износ корпуса шипа. Шиповальный пистолет ПШ-12М идеально подойдет для шиноремонтных мастерских и автосервисных предприятий, оказывающих услуги по ошиповке. Предприятие Сибек имеет более 100 дилерских центров по России и ближнему зарубежью. Мы гарантируем бесперебойное сервисное обслуживание в течение всего срока службы пистолета. Клиенты, сделавшие выбор в пользу ПШ-12М, сразу оценят все преимущества этого шиповального пистолета.